30 марта. Вон идут Жорка. Вот так вот. Тут для детей проводятся какие-то развлекательные. Вот у нас Юнион, Александр Мозговой. Жорка участвует тоже. Вот Жорка что-то пишет. А мы тут разрисовали с ребятами. А зачем? София, пожалуйста. У нас там приз. Ага, это конкурс, да? Пожалуйста. Жорка, ты подписчикам своим что-нибудь передашь? Из Мариуполя привет всем подписчикам канала Фантастик Жорик 2. Бульвар Шевченко. Жорка читает Гарри Поттера, сидит. Да. Ну, прочитай пару строчек. Да, верно, Кривил. Кривирил сказал, что он меня ненавидит, потому он, что он ненавидел моего отца. Это правда? Это Гарри Поттер сказал. Так.